комиссия проверила наличие свалок, степень готовности контейнерных площадок к приему мусора, разделенного на две фракции. Работаем мы с 1 числа, проехали район, город. Хочу сказать, что свалок мусора у нас не образовалось. Вот мы с вами можем наблюдать, что, в принципе, весь мусор вывезен. Может быть, есть какие-то места, но всегда наших жителей просим сообщать и сразу в ручном режиме будем этим управлять и вывозить мусор. С 1 января, согласно новому закону, жители собирают мусор, разделенный на сухой и мокрый. В районе мокрый мусор по договору подряда вывозит районная компания. Вторсырье забирает с площадок региональный оператор, отправляя его на переработку. Наши машины, которые наши мусоровозящие компании вывозят серый бачок, они, как и везли, везут его на полигоны в Рахманово и в Непейное. А синие бачки, которые забирает сам региональный оператор, у них есть свои сортировки уже запущенные, и эти машины их не уводят на сортировку этот мусор. К концу января, началу февраля региональный оператор обещает переоборудовать все контейнерные площадки под двухфракционную систему сбора мусора. Также администрация района ведет работу над увеличением количества контейнеров там, где это необходимо. Это делается для ликвидации дефицита баков в жилых районах. Где-то еще есть нюансы, где-то не хватает контейнеров, где-то они были не установлены, где-то они были установлены, но не очень удобный подъезд мы сегодня посмотрели. Но это еще будет какое-то время необходимо нам для шлифовки именно технической части. В том, что система заработала и будет корректироваться, и в итоге выйдет вот на те проектные задачи, которые губернатор поставил, чтобы мусор утилизировался отдельно, раздельно. У меня сомнений в том, что этот проект будет работать, никаких нет. Но еще раз хотел бы сказать самое главное. Как мы будем утилизировать мусор, как чисто будет у нас, это зависит сегодня не только от власти, но и от нас. Давайте будем утилизировать свой мусор, выбрасывать его раздельно, и тогда наши территории станут чище.